в пакете. Вот. И как бы все. Так, это что, я уж не помню, что я выписывал-то. А, это специальная проволока для того, чтобы впитывать припой. Типа олово отсос. Длина 1,5 метра. Ширина 2 миллиметра. Значит, тут катушка такая интересная. Вот так вот она сгибается, разгибается. Сейчас размотаю, проверю длину. Так. 50. Еще 50. Ровно 1,5 метра. 1,5 метра не обманули. Да, хорошо. Так, ну вот я обратно ее скрутил, намотал. То есть вот удобно то, что она вот так вот, конечно, крепится тут, сжимает и держит оплеточку, никуда она не убегает, не разматывается. Сейчас попробую, посмотрим, как она будет себя впитывать. Вот тут я тут проект собираю. Вот, так что проверю на этой плате. Да, не скрою. Да, хорошо впитывает в себя. Ну, в принципе. Ну да. Да, нормально. Нормальная такая оплетка. Можно пользоваться. Так что рекомендую.